Сегодня я хотел бы предложить вам поразмышлять о карме, а заодно и о душе. Потому что размышлять о карме вне контекста таких понятий, как душа и сознание, просто бессмысленно. Скорее всего, у вас уже есть готовое убеждение, касающееся этих понятий, которые сформировались в процессе вашего личностного становления под влиянием информации из различных книг, лекций, статей или фильмов. Конечно же, вы прекрасно знаете, что такое душа и карма. Вы используете эти слова в своей повседневной жизни. У меня душа болит за него. Ставлю плюсик в твою карму. Наша речь и наши мысли изобилуют словами, обозначающими различные абстрактные понятия и явления. Но часто мы даже не задумываемся об их значении. Итак, сегодня мне хочется предложить вам поразмышлять. Не просто сравнить мои слова с собственными убеждениями, а поразмышлять. Именно поразмышлять. К сожалению, современный человек очень мало размышляет. Это, в свою очередь, не позволяет человеку создать внутри себя собственную внутреннюю философию, то есть личную, убедительную картину мира, выстроенную на фундаменте современных научных знаний о Вселенной и собственном духовном опыте. Я уже неоднократно говорил о том, что без собственной внутренней философии, которая должна появиться у вас в результате размышлений, вы не сможете ощущать себя счастливым человеком. Мы уже рассматривали понятие счастья и пришли к выводу, что это есть некое особое ощущение, сопровождающее вас по жизни. Ощущение, которое возникает тогда, когда в вашей жизни складываются воедино четыре составляющих. Первое. Любимое дело, высвобождающее ваш творческий потенциал и являющееся самореализацией и самоактуализацией. Второе. Любимый человек и гармоничное с ним отношения. Третье. Любимое место жительства, питающая энергетика окружающих людей в этом месте. И четвертое. Удовлетворение процессом собственного мышления и контроль внутреннего диалога. То есть эффективный ментальный фон – особое состояние сознания. Иными словами, в вашей голове, в повседневном фокусе вашего внимания возникают творческие мысли-образы, философское видение, конструктивные решения, понимание смысла собственной жизни и спокойный, нейтральный, позитивный эмоциональный фон. Если в вашей жизни сплавились все эти четыре аспекта вашего бытия, субъективно вы будете ощущать себя счастливым человеком. Счастье – это всегда субъективное переживание. Если внутри вас поселился философ, у вас значительно больше шансов
ощущать себя счастливым. Внутренний философ не даст вам скатиться в разврат и пошлость. Внутренний философ не поддается гипнозу навязываемых ценностей и представлений. Внутренний философ делает вас независимым от мнения окружающих. Внутренний философ формирует правильное действие и ограничение. В III веке до новой эры философ Эпикур писал Минекию: «Простые блюда доставляют такое же удовольствие, как и дорогой стол, когда все страдание от недостатка устранено. Хлеб и вода доставляют величайшее удовольствие, когда человек подносит их к устам, чувствуя потребность. Таким образом, привычка к простой, недорогой пище способствует улучшению здоровья, делает человека деятельным по отношению к насущным потребностям жизни, приводит нас в лучшее расположение духа, когда мы после долгого промежутка получаем доступ к предметам роскоши. Эта привычка делает нас неустрашимыми перед случайностью». Если вы заметили, я очень часто предлагаю вам подумать, поразмышлять. И это не случайно. Дело в том, что без укоренившейся привычки размышлять вы никогда не придете к осознанному опыту. Я имею в виду опыт трансцендентного переживания. А без такого опыта вы никогда не поймете, кто вы, как вы устроены и как устроена окружающая Вселенная. В данном случае под устройством я подразумеваю онтологическое и метафизическое понимание реальности. Человек хочет знать и понимать, как устроена окружающая реальность и как устроен он сам. Это факт. Но что такое знать? Знает ли сама природа? Для природы закон всемирного тяготения – это знание? Если мы являемся частью природы, являемся ли мы такими же знающими? Сознание – это то, что творит, и само является творением. Сознание является движущим принципом и сутью существования каждого живого существа, включая человека во всей Вселенной. Все, чем занимается человек, пытающийся познавать мир с помощью слов или символов, является попыткой загнать природу в семантическую тюрьму. Как мы видим, ни природе, ни человеку от этого лучше не становится. И еще раз. Логико-вербальный ум пытается втиснуть безграничное и вездесущее бытие сознания в ограниченную клетку слов, предложений и концепций. Это и есть та иллюзия, о которой говорил Будда в VI веке до новой эры. Любой муравей или кошка знает о Вселенной значительно больше, чем человек. У муравья нет способности знаково-символьного описания. При этом он пребывает в сознании. Муравей успешно коммуницирует с природой. Триллионы муравьев, комаров, жуков, бабочек, лягушек, мышек, оленей, дикообразов, львов и тигров, рыб и акул, птиц и орангутангов в
течение миллионов лет успешно коммуницируют с природой, являясь самой природой. Да, они не умеют ни писать, ни говорить. Зато они счастливы. Человек умеет писать и говорить, но с природой коммуницируют с большим трудом или даже уже вообще не коммуницируют. Язык отделил человека от сознания. Это случилось потому, что человек стал воспринимать язык как главный инструмент и способ понимания, постижения природы. Все мистики и пророки еще до новой эры стали обращать на этот факт внимание и предостерегать людей от погружения в эту иллюзию. С одной стороны, благодаря языку стало возможным появление и развитие научно-технического прогресса. А с другой стороны, человек стал фрустрирующим, несчастным, отдаленным от высшего, невротичным и непонимающим существом. Многие понятия, такие как сознание, пространство, время, абсолют, Бог, Вселенная, реальность, душа и подобное, стали непонятными для большинства. Из жизни человека исчез опыт восприятия, опыт и ощущение единения с природой, а монотеические религиозные конфессии, благодаря внедрению концепта вербального доминирования, еще больше запутали человека. Весь этот экзистенциальный перекос возник благодаря, казалось бы, невинной игре. Первые философы античной Греции попытались описать и объяснить процессы, происходящие в окружающей реальности и внутри самого человека, с помощью слов. Древние философы были очарованы возможностями языка и, судя по всему, были уверены, что с его помощью можно описать и объяснить все. К сожалению или к счастью, этого не случилось. Достаточно быстро стало понятным, что сколько бы ни придумывалось новых описательных терминов, описания всегда будут неполными. Карты никогда не станут территориями. Именно поэтому иногда с мыслящими людьми случался опыт, и из философов они превращались в мистиков. На Востоке, в частности в Индии и Китае, философы опирались как на рассуждения, так и на трансцендентный опыт. Именно благодаря такому опыту молодой индийский философ-самоучка, принц из знатного рода Гаутама, стал Буддой. Слово «Будда», которое обычно ассоциируется с принцем Гаутамой Шакьямуни, в переводе с санскрита обозначает «пробудиться и понять». Будда – это не имя человека, а название состояния сознания. Это название указывает на особый тип мышления. В Индии уже 3000 лет назад мудрецы выделяли 4 типа мышления, и Будда – это один из них. Особое состояние сознания. Состояние, в котором становится безоговорочно ясно, что сознание человека и сознание Вселенной – это суть одного целого. Что мы знаем о карме? Понятие карма уходит своими корнями к ранним Упанишадам. Это древнеиндийские
философско-религиозные трактаты. Слово «карма» на санскрите обозначает «дело», «действие», «труд». Глагол «кар» означает «делать». Согласно Упанишадам, а этим источникам более 3000 лет, все живые существа несут ответственность за свои действия и их последствия, а также за свое освобождение из сансары, круговорота рождения и смерти. Карма. Сегодня многие люди используют это слово в своем лексиконе. Однако, как и большинство других древних санскритских, греческих и латинских понятий, это слово большинством людей понимается не совсем верно. В этом нет ничего удивительного. Смысл и значение многих слов, как это всегда бывает, постоянно искажается в призме человеческого восприятия реальности. Чаще всего мы вспоминаем о карме тогда, когда видим какие-нибудь отвратительные человеческие поступки или когда нам хочется надеяться на то, что наши добрые дела и побуждения будут вознаграждены. Кто-то верит в карму, кто-то нет. При этом, ведь в каких-то местах планеты кто-то не верит в электричество или холодильник, и описать словами индейцам отдаленной Амазонии электричество или холодильник абсолютно невозможно. Вы будете выглядеть очень неубедительно. Им нужен опыт. Опыт холодильника или электричества. Но мы о карме и душе. Кстати, жители отдаленной Амазонии видят душу и духов. И дух айауаски к ним приходит в разных образах, иногда в женском, и в их лексиконе наверняка нет слов, которые бы давали определение слову «дух». Если у них спросить, что такое дух, или где он, этот дух айауаски, они посмотрят на вас, как на идиота. Они будут думать, что вы больны. Они будут серьезно спрашивать, с тобой все нормально? Так вот же он. Перед тобой, разуй глаза, вот стоит дух айауаски. Он женщина. Вы будете хлопать глазами и думать. Чертовы аборигены, о чем они говорят? Где он? Я ничего не вижу. Они валяют дурака. Это какая-то подстава для легковерных. Какого черта я сюда приперся? Западный человечек искренне считает, что дух или Бога можно искать только в церквях или костелах, только где-нибудь в чистом городе под звуки органа или флейты. Ну, в общем, искать дух лучше в комфортных условиях. Ну какой у этих аборигенов может быть дух? Этот цивилизованный и образованный западный человечек не видит больше ни духов, ни ангелов, ни Бога. Западный человечек настолько инфантилен, что уже давно превратился в потребительского наркомана. Западный человечек не может без игрушек. Этот западный человечек устало сидит на полу посреди кухни Вселенной. Сидит под столом, писает в трусы, хнычет, бьет об пол мягкой игрушкой, разрисованной крестами и Сикстинской Мадонной, свастикой и красными звездами, серпами и кандалами, скрипками и флейтами, золотом и нефтью, кровью, потом и порохом, болью и утешением. Сидит и плачет, орет так, что уши закладывает. Где мое счастье? Хочу быть счастливым. Где же Бог? Этот западный человечек
абсолютно не понимает, ради чего все затевалось на этой планете. Для чего была нужна эта странная цивилизация Хому с ее странной историей? Зачем все это было нужно? Этот западный человечек способен расфигачить ядерными ракетами вдребезги все, что создал и не создал, чтобы наутро проснуться и снова спросить с бодуна, а чё это было-то? Говоря о карме, мы не сможем обойти вниманием понятие реинкарнации. Считается, что человек будет перерождаться до тех пор, пока не обретет сознание Будды, что даст ему возможность выйти из бесконечного вращения в колесе сансары. Реинкарнация происходит от латинского «реинкарнатио» – повторное воплощение или перерождение. Вы знаете, что доктрина реинкарнации является центральным концептом в индуизме, буддизме, джайнизме и сикхизме – основных конфессиях Индии. Но, кстати, стоит обратить внимание на то, что доктрина реинкарнации официально существовала и в христианстве в течение 500 лет. Только вдумайтесь, как заманчиво было верить в Христа. Ни ада, ни рая человек ответственен за свои поступки, и душа его постоянно воплощается в новые тела до наступления просветления. Возможно, современное христианство выглядело бы иначе, если бы не император Юстиниан I, который в 553 году созвал Вселенский собор в Константинополе и запретил реинкарнацию. Согласитесь, это все равно, что запретить закон всемирного тяготения. Реинкарнация предполагает, что человеческое тело, как и все остальное материальное, сформированное из атомов и молекул, в этом мире рассыпается в прах, и на их месте постоянно возникают новые, одухотворенные формы. Как только мы начинаем говорить о реинкарнации, мы тут же упираемся в необходимость понять, что же такое душа. Как мы можем понять, что она существует? Обладает ли душа индивидуальными свойствами? Естественно, о душе размышляли и размышляют практически все известные и неизвестные философы, ученые, богословы, писатели, поэты и художники, в общем, все мыслящие люди. Если точнее, о душе размышляют те, кто это слово использует в своем лексиконе, а у вас в лексиконе оно появилось из определенных источников, в которых вам предлагалось просто поверить в то, что душа существует. Понятие «душа» присутствует во многих религиозных системах, но дело не в этом. Важно вот что. Как вы сами для себя определяете это понятие? Долго ли вы размышляли о своей душе? Как вы ее представляете себе? Влияет ли на вашу жизнь уверенность в том, что у вас есть или нету души? Вы действительно об этом размышляли или просто взяли за основу библейские представления об этом? Это очень важный вопрос. Когда я говорю о необходимости формирования собственной личной философии, я имею в виду не то, что вы возьмете за аксиому постулаты из Библии или трудов Блаватской или Рамакришны, а то, что вы начнете
препарировать собственное представление о мире, рассматривать их в микроскоп интеллекта, пытаясь докопаться до сути. Почему это важно? Потому что вся ваша жизнь, ваша работа, ваши успехи и неудачи, ваши взаимоотношения с окружающими людьми, в конце концов, наличие или отсутствие ощущения счастья, все это прямо зависит от целостности вашей картины мира, от вашего философского понимания жизни, от понимания реальности и себя. Да, от того, насколько ясно и безупречно сложена мозаика ваших представлений о Вселенной, настолько успешными будут ваши взаимоотношения с вашей женой или мужем, настолько эффективными или неэффективными будут ваши усилия в самореализации, самоактуализации, социальной адаптации и духовном росте. Ваше настроение, креативность, жизнерадостность и оптимизм напрямую зависят от вашего понимания или непонимания смысла собственной жизни, решенного или нерешенного вопроса о собственной смерти, от понимания или непонимания того, что такое сознание и как оно взаимосвязано с вами, вашей жизнью и ее восприятием. Пока в вашем мозге не сольются воедино ваши философские и житейские представления об этих краеугольных понятиях, до тех пор вы не сможете ощущать и жить в гармонии с миром и самим собой. Однако, вернемся к вопросам о душе. Как только мы начинаем говорить о душе, тут же возникает необходимость в представлении того, что мы называем сознанием. И все это только начало, основополагающие, базовые детали опорной конструкции вашей будущей картины мира. Только представьте себе, какой поистине подвиг совершил молодой принц Гаутама в VI веке до нашей эры. Принц родился в традиционной индуистской семье. С детства ему, как и полагается человеку знатного рода, навязывали философские и религиозные представления о жизни, о богах и духах, о смерти и душе. Как вы помните, в индуизме тоже есть понятие «душа», на санскрите «атман». Представьте себе, какая глубокая трансформация собственного мышления произошла в мозгу молодого принца после его 6-летних скитаний по джунглям, отчаяния от невозможности получить ответы на самые важные вопросы, уединение под деревом Бодхи и, наконец, окончательного пробуждения, трансформация сознания, которая расставила все точки над «и», полностью изменившая мировоззрение и отношение ко всей окружающей действительности. Принцу Гаутаме, ставшим Буддой, удалось активировать необыкновенный режим работы мозга. При этом все его прежние представления о реальности в одночасье рухнули и превратились в пепел. Он проснулся. Он увидел, что нет никакой индивидуальной души. Душа одна у всего живого, и он является ее неделимой частью. Мы не перерождаемся, потому что мы просто не рождаемся и не умираем. Появление и исчезновение видимого – это иллюзия, присущая спящим. Природа сознания постоянно находится
в непрерывном движении. Душа, сознание воплощает себя в материальные формы, видоизменяясь и совершенствуясь вечно и бесконечно. Наше восприятие индивидуальности – лишь иллюзия, возникающая в головах благодаря мыслям, словам, которые разделяют объекты-субъекты. Мы едины с природой и сознанием. Эта природа сознания изначально в нас. Сознание Будда присутствует в каждом. И чтобы это увидеть, достаточно просто стереть пыль с зеркала осознания. Эта пыль – наша способность говорить и мыслить словами, разделяющими единое сущее на множество частей. Внутренняя тишина – это дверь, за которой истина. Для того, чтобы понимать, что такое сознание, необходимо активировать особый нейропсихический режим работы мозга. Чтобы видеть и понимать сознание, необходимо включить особый способ размышления. Находясь в таком режиме мышления, сразу же становятся понятными слова Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь». Как только мы начинаем мыслить без слов, к нам приходит понимание. И наоборот, чем больше слов, тем больше все запутывается. Если видеть, чем являются слова, которые мы произносим и которые вертятся в нашей голове, захочется как можно быстрее перестать ими думать. Все, что мы говорим о душе, сознании, восприятии, все это очень условно. Это модели, а не реальность. Представьте себе, сознание и душа – это одно и то же. Ощущение собственной души появилось у Хому лишь тогда, когда стал закрепляться язык как форма коммуникации и саморефлексии. Благодаря языку, точнее способу мышления, который язык сформировал, возникло эго. Никакого эго на самом деле нет, но благодаря языку оно есть, квантовый парадокс. И появилась душа, то есть до языка мы все были частью общего сознания. Даже не частью, а сутью сознания. Все живое, кроме Хому, до сих пор проживает в сознании. Это естественная форма существования природы. Природа – это и есть сознание. Вся природа – это материализованное сознание. Природа – это форма существования сознания. Вместо слова «природа» можно использовать слово «вселенная» или «бог». Разницы нет в данном случае. Все, что нас окружает, и мы сами, все это есть сознание. И наш мозг, и мозг всех животных и других существ всегда подключен к этому сознанию. Если еще точнее, наш мозг сам является произведением сознания. В нашем материальном пространстве времени происходит творческий акт сознания, и все живые существа являются его частью. Ранние мистики это все прекрасно видели. У нас есть иллюзия индивидуальности. То, что это иллюзия, отчетливо видно в высоких состояниях сознания. Из-за этой иллюзии все наши проблемы. Именно на этот факт и хотел обратить внимание принц Гаутама Будда. Итак, как только с вами случится опыт, а опыт
в отличие от размышлений, не оставляет сомнений. Вы увидите, что элементарные частицы и атомы, из которых состоит мир, выстроились в определенном порядке под влиянием особых вибраций. Все это динамично и постоянно меняется. В этом процессе весь замысел природы. Все происходит не случайно, а осознанно, потому что сам этот процесс запущен сознанием. Сознанием пронизано все сущее. Проекция творчества сознания каким-то непостижимым образом хранится вне времени пространства. Это и есть память Вселенной. Это вселенская голограмма, форма существования сознания. Когда человек попадает в прошлое жизни, он рандомно или случайно подключается к этой голограмме, к общей памяти Вселенной. Поскольку обычный человек не может фокусироваться более чем на одной мысли, у него возникает ощущение, что он соприкоснулся с чьей-то как бы чужой или своей прошлой жизнью. Абсолютно бесполезное занятие, учитывая, что в банке памяти Вселенной хранятся триллионы различных земных и неземных жизней. На более высоких уровнях восприятия возникают иные ощущения. Так, когда это случилось с принцем Гаутама и Буддой, он ощутил единение и полное присутствие себя в 100 тысячах человеческих жизней. Думаю, что мелькающее в древних текстах числительное 100 тысяч было в то время синонимом понятия, ну, что-то типа нашего 1 500 000 000, то есть неисчислимо много. Будда ощутил себя каждой травинкой, насекомым, животным, каждым человеком из тех, кто когда-либо жил или будет жить. То есть, когда он вынес этот опыт, он взглянул на нашу реальность абсолютно по-другому. Как говорится, жизнь уже не могла быть прежней. Кстати, именно отсюда буддийское отношение ко всем живым существам. Вы не можете убить или причинить страдания только потому, что вы сами являетесь частью общего, причем вне времени и пространства. Это труднее всего понять логико-вербальным умом. Наш линейный ум не в состоянии воспринимать такие парадоксы. Палач обязательно окажется и переживет все то, что пережила жертва. Прошлое есть только для материи, а для сознания ни прошлого, ни будущего нет. Оно и создает все. Например, большой взрыв именно из места, где нет ни пространства, ни времени. Иными словами, сознание само как бы придумало материю, такую вот форму существования себя. И Будда это все увидел. Он увидел, что религия, на тот момент индуизм, это выдумки людей. Он увидел, как язык запутывает человека и не дает ему соприкоснуться с истиной. И он первый увидел, как человек заблуждается по поводу индивидуальной души. В общем, он первый, кто описал состояние соприкосновения с сущим, и первый, кто из этого опыта сделал выводы. Именно поэтому, когда его спрашивали, что такое Бог или что такое Абсолют, он не отвечал, а лишь молча улыбался. Слова без опыта ничего не стоят. Это пустышка. Слова не изменят вашу жизнь. Только опыт. Бесполезно людям вталдычивать,
что убивать нельзя тысячелетиями. Это вбивается в головы, а люди до сих пор убивают друг друга. А вот если бы с человеком случился опыт, и он увидел, что убивает и заставляет страдать себя, если бы он это увидел и почувствовал боль, он бы не убивал. Пока с вами не случился опыт, карма останется просто словом и неубедительной страшилкой для религиозно настроенных людей. Но когда с вами случится опыт, карма станет основным принципом вашей жизни. Все живое на этой планете вы будете воспринимать как себя. Можно ли представить себе сознание? Давайте построим модель. Давайте попробуем себе представить, что увидел принц Гаутама в момент своего пробуждения. Если вы представите себе гипотетического осьминога, у которого не 8, а 7 миллиардов щупалец, и каждая щупальца длиной в 1000 километров и невидимо обычному глазу, и на конце каждой щупальцы есть глаза, а также слуховой, обонятельный и осязательный датчики. Если вы в состоянии вообразить этого гигантского космического осьминога, у которого каждая щупальца – это человек, и умирая, на месте старой возникает или обновляется новая щупальца, только и всего. И самое главное, наша гигантская голова осьминога находится в некой параллельной вселенной, существующей вне времени пространства. Это не важно, конечно, но без понимания этого не будет понятным значение слова «карма». Это понятие может по-настоящему оценить только тот, у кого случался опыт или проблеск сатори. Без опыта это просто примитивное толкование. Не делай плохо, потому что получишь ответку. Все об этом знают, и все делают плохо. Это потому, что слово есть, а опыта нет. Нет никакой ценности в знании без опыта. Знание без опыта – это набор слов, звуков, символов. Это суррогат, который не развивает, а наоборот, отягощает или, как сказал бы Будда, омрачает нашу жизнь. Когда вы или какие-то знатоки рассказывают про сознание, душу или Бога, всегда имейте в виду, что вы говорите о понятиях, с которыми напрямую не сталкивались. И пока у вас не случится опыт, вам будет казаться, что вы знаете все и можете об этом даже рассказать. Все, что вы услышали, абсолютно бесполезная, ненужная информация. Почему? Потому что когда с вами случится опыт, вы все увидите сами и больше не будете нуждаться ни в каких объяснениях. А пока у вас такой опыт не случился, вся эта информация просто хлам, дополняющий ваш инвентарный список, как сказал бы Дон Хуан. Если вы думаете, что мне просто хочется поделиться с вами информацией, если вы думаете, что я заинтересован в том, чтобы вы мне поверили или наоборот отвергли это, вы ошибаетесь. Рассказывая вам обо всем этом, я преследую другие цели. В определенном смысле мне хочется вас заинтриговать. Мне хочется убедить вас, что ваша картина мира
не является полной. Мне хочется подтолкнуть вас к прыжку. И если мне удастся, вы настроитесь и однажды прыгнете. И тогда объяснения вам больше не понадобятся. Вы все увидите сами. Вы увидите, что ни смерти, ни рождения просто нет. С вами случится то же самое, что произошло однажды в 6 веке до нашей эры с молодым принцем Гаутамой Шакьямуни. Поэтому не старайтесь понять все, что только что услышали. Не стоит коллекционировать слова и концепции. Возможно, постепенно у вас будет формироваться намерение. Это намерение приведет вас к опыту, а опыт, в свою очередь, позволит вам проснуться. И когда вы проснетесь, вы увидите, насколько все просто и понятно. У вас высвободится огромное количество энергии, которую вы с удовольствием будете тратить на реализацию собственного счастья. Счастливые, светящиеся существа радуют эту Вселенную, и Вселенная танцует вместе с ними. Засыпайте.